На сегодняшний день Копольскому опытному лесхозу доведено плановое задание по заготовке сока березового в объеме 350 тонн. Это задание разделено на 5 лесничеств. Каждое лесничество выполняет свой план по заготовке и реализации сока березового. Мы находимся на территории Старицкого опытно-производственного лесничества в квартале 54. Этот участок подходит под заготовку березового сока. Возраст его 62 года. В данный момент здесь подсочено порядка 800 берез. Плановое задание на лесничество – это 70 тонн. С этого участка мы планируем взять 60 тонн. Березовый сок отсюда реализуется потребности населения. Поставляем его на заводы. Идеальные условия для сбора сока, когда ночная температура колеблется где-то в районе до 8 градусов тепла. Березка диаметром 40 сантиметров может дать 40 литров сока в сутки. Гражданам Республики Беларусь для удовлетворения собственных нужд заготовка березового сока разрешена бесплатно. Для подсочки выбираются деревья не менее 20 сантиметров в диаметре. На дереве, которое диаметром 20-24 сантиметра, разрешается делать одно отверстие только для подсочки. До 27 сантиметров разрешается два отверстия делать. 27-35 сантиметров – три отверстия. Важным условием, чтобы не нанести дереву существенный вред после окончания подсочки, это отверстие необходимо заделать деревянной пробочкой с использованием там, садового вара, садовой замазки. То есть этим мы нанесем растение минимальный вред. За нарушение правил заготовки березового сока, то есть в запрещенных местах с нарушением правил подсочки на физических лиц, предусмотрена административная ответственность в размере до 20 базовых величин. На индивидуальных предпринимателей это от 10 до 200 базовых величин, на юридических лиц до 500 базовых величин.